Так, привет. У нас сегодня 22 февраля. Заказ по Питеру. Илья заказал на BCS Hero. Сейчас готовим к отгрузке в Яндекс.Доставку. Сейчас запечатанная абсолютно новая. Илья, вот ваше кресло. Вот она новая, абсолютно. Модель самой последней ревизии. Видите, да, при вас его вскрываем. То есть кресло невозвратное, отгружается впервые. Абсолютно новое. Значит, пару слов про тканевые модели. То есть они сейчас у нас представлены, начиная с 16900. И на самом верху это как раз находится Noble CS Hero. То есть это уже новая ткань, полифайбер, микроворс, рассчитана на 10 лет. Модель имеет РПП-шечку. А где у нас Hero? А вот как раз мы достаем. То есть наша задача сейчас проверить, что это кресло новое. Его не вернули с какого-нибудь маркетплейса, что сейчас, к сожалению, многие просто заказывают себе кресло как донора. То есть вы заказываете его на площадке, к вам приезжает кресло, вы взяли крестовину свою с разбитым гнездом, положили, сказали в примечании: вы знаете, мне бабушка такое же кресло подарила, или взяли углонаклон, или взяли газлиф, и потом весь этот ад. Так, ладно, или оно вам не подошло, вы его вернули, какая так, разница? Значит, подушка одна, вторая. Мультиблок, смотрим дату изготовления. Должна быть самая последняя версия. Надо развернуть. Видно же все. 23-й год, октябрь. Все, это самая последняя комплектация, которая есть на сегодняшний день. То есть кресло всего 4 месяца. Гарантия 12 месяцев. Сейчас мы все внимание, внимательно проверим. Видите, FR. То есть кресло для французского рынка. Типография 23-й год. Подлокотники мы проверили. Так что я по готовности. Угол наклона. Оплата по QR-коду. Ваши подушечки, вот ваша спиночка. Сейчас все проверим, проверим РПП. Ну там вес где-то килограммов 70-80, поэтому сломать это кресло невозможно. Внукам достанется. Вот сюда покажем дату изготовления, на, чтобы уже снять все вопросы. Она смотрится вот здесь. То есть это уже обновленная ручка, такой даже нет на сайте. И вот здесь такой хлястик. Рука запускается. И тут вот видно дату изготовления. 10 месяц, 2023, видите? То есть вот это отжать, то там будет написано Германия. Финальная сборка, разумеется, чайная. Все. Можно оплачивать, кресло поедет к вам. Но если все-таки вы хотите купить что-то хорошее, блин, вот лучше приехать в наш мебельный центр. Все расскажем, покажем. Ну, Илья сказал, что он все знает, понимает, мы с ним пообщались. А так вот, если честно, мы не любим продавать кресло. Там даже дороже 30 тысяч, вот так вот в никуда.